тебя будет просить пару фоточек, я то есть снимал, мне сказал, что... Ну, во-первых, с чем связано? Сегодня 30 лет, как с первого прыжка, моего десанта, подготовки службы в армии, потом парашютную подготовку продолжил, служил в воздушно-десантных войсках. Сегодня 30-летие своего прыжка решил. Прыжок на Волгу – это первый прыжок, считается наиболее из сложных видов прыжков. Поэтому сегодня очень было приятно с ветеранами-десантниками на одном борту. Кстати, возраст самый старший десантник, который с нами был, сейчас прыгал на борту, 73 года ему. Самый молодой – 23 года, поэтому преемственность в воздушно-десантных войсках была, есть и будет. История богатейшая воздушно-десантных войск, поэтому я всех коллег поздравляю с этим праздником. Ну и могу себе позволить в отпуске, находясь, вот сегодня совершить такое...